Привет! И желаем вам приятного просмотра Battlefield для чайников. Производство Smokin Productions. Сегодня мы поговорим о том, как выжить на поле боя. Новый Battlefield принес не только новые технологии, но и тех, кого мы опасаемся больше всего на свете. Да, ты все понял правильно. Нубов. Это краткое руководство по ведению боевых действий. Урок первый. Вождение. Танк – самое мощное оружие на поле боя. Поэтому учтите, что перед тем, как назначить экипаж танка, надо убедиться, что они умеют водить. И помните, даже если вы хороший танкист, рядом всегда найдутся плохие. Урок второй. Полет. Да, мы любим это. Но как бы просто это все не выглядело, все будет зависеть от умения того парня, который первым запрыгнул в аппарат. Поэтому не забудьте пристегнуться. Но даже самый опытный пилот может оказаться засранцем, поэтому если увидите, что он прыгает, последуйте его примеру. Куда подевался мой отряд? А, блин, ребята, давайте командой поиграем. Ну, хотя бы разок. Урок третий. Щиты. Есть смысл в том, что на борту Титана у нас есть щиты. Они служат защитой для солдат, стоящих за ними. Не нужно делать ошибки, которые вы сейчас видите на экране. Урок четвертый. Шлюпки. Я не знаю, как рассказать вам о них, чтобы вы поняли. Они не могут пробивать обшивку Титана. Урок пятый. Родите русского. А, черт, вырывай. Только началось самое интересное.